расскажи, где машину поставить. Тут а я знал, что... Ну, да. Просто сесть нет. Кто-то летит. Вертолет летит. Можешь его сбить, кстати, с крыши. Нет, ты с крыши его собьешь. Я тебе говорю. Я знаю. Ой-ой-ой, так он походу к нам. Он к тебе. Давай ему даже бурлять туда. Наш бурляй. Если он начнет останавливаться, тогда. Да вон он сидит. Ух ты ж, бля. Так он в лесу где-то. Да вон я его вижу, он сел. Он чувака выбросил. Ну чуваку наш бурляй. А хз. Ну, по крайней мере, на горе. Я нет. Я потерял. Там кого? Не понять, что было. А, ты он что вроде кого-то... Он вроде кого-то высадил, а вроде бы и нет. Он как-то просто сел и улетел. Кролик оттуда выбежал. А вон чувак, я вижу, бежит. Куда? Вижу двоих. Я только одного вижу, но он слишком далеко для меня. Один. Что это у меня написано? Attention Caboose. А второй где? Он что, остановился, что ли? На карте они все смотрят. Вот остановился. Вот. Да ладно. Он куда только что стоял. Полчаса где-то. Ну не полчаса, но он стоял. Сбей вертолет. Ох ты ж. Тихо. Он в кустиках где-то. Может, они кролика высадили? Ну тут кролик на полэкрана занимает. Вон он сзади тебя, он, короче, даже он опять садится. А ёпта, вот что он. Ты меня... Я вижу. Он надо мной завис. По цели. Что ты ждешь? Я не слышу. Так я не могу так высоко выстрелить. Почему? Потому что у меня башка так не задирается. Ты встань. На коленку. А не ляж. Я на коленке. Тихо, не это. Вертолет сел, знаешь где? На горочке. Я? Я его и потерял. Где он что-то? В джипе? Я его тоже потерял. Из-за этой дебильной колючей проволоки. Он в черный джип, по-моему. Сейчас проверим. Да, вон он поехал. Ну чё? Ага. Эй! Что ж за... Слышь, он проехал через стену прямо сюда. Что-то я не понял. По мне тут гасят как... Чего так по мне? Слышь? Нет. Кто по мне так гасил? Я никого не вижу. А что, попали? Нет. По мне так гасили только что, пипец. Я даже не понял откуда. Да я тоже не понял, какой-то с моей стороны. Да. Что же, этот чувак в машине остался, так и сидит, не двигается.
Или его заглючило там, я не знаю. Огасили в тебя с ПКМ, скорее всего. Или с М60. Вау. Ты меня обрадовал. Но я никого не вижу. Да я тоже. ППЦ. На заправку приехал. По-моему. Сюда едет. Зеленый джип. Еп. Во! Вот. Я его не вижу. Он в кустах, что ли? Вон к тебе чувак побежал. Один к тебе за тебе. Блин, ты ко мне сейчас обходишь. Хуево, я их не вижу вообще. Я их тоже не вижу. Не, вот один есть. Где ты его видел? Один возле меня. Убей его. Я слышу только выстрел возле себя где-то. Кто это? Он бежит, короче. От меня убегает один. Бежит. Ко мне, что ли? Я бы тебе показал, куда он бежит. Он бежит лутать. Он кого-то убил? Да, он перебежал на ту сторону, один чувак. Да ёпт. А насчет кустов, я не знаю, кто тут сидит в кустах. Или в кустах, или в елках, но так еще, что я его даже не вижу. Надо было по трассерам смотреть. Какие трассеры? Я даже не видел, где стреляли. Я слышал только бах-бах-бах на себя над ухом. И по мне такие эти пульки. Пиу-пиу-пиу. По тому деревянному дому, за которым я был, за которым я спрятался. Ну я не знаю. Такое чувство, что никого опять нету. Ну это обманчиво все. Ты где вообще? Вот это он. Ты же повыше подняться. Едет. Не стреляй. Пусть я тебя стреляю. Назови их лучше. Окей. Не понял. Может они то же самое хотели сделать? А вон побежал чувак. Куда? Блять, он так... Что? Ёлочкам, по-моему, побежал. А не, вон он, возле крайнего дома. Крайний. Какой крайний? Крайний дом. Вот. Какого цвета? Вот этот. Коричневый, серый такой, темный. Ага. С твоей стороны дом. Крайний. На этой улице. Там сидел, лежал чувак. Один. А где этот пулеметчик, я даже не ебу, я его даже в глаза не видел. Где он может быть? О, я вижу, там чувак бегает. Он смотрит в мою сторону. Он выбежал. Вот. Это тот, который ко мне приехал. Но это не он по тебе стрелял.
Это ты? Фейл, да. Ну сейчас за зеленым джипом. Да, я вижу. Как-то ты его гранатами закидал. Ну да. Потому что я не мог тебе попасть этим. А я забыл, трава мешала. У меня тоже граната есть. Титихэт. Едет. Слышу. Ну кто первый? Я-то буду промахиваться, так что. Давай засоли ему, блин. В задний. Там еще один есть. Пробей колесо у машины. Был. Что, оба умерли? Ну да. Сиди, где сидел. Лучше не показывайся, а то они начнут. Запомни у них имена, конечно. LT-Box, your swag. Ready. Ну знаешь, сколько на них ушло? Ну, штук 5. Давай. Ну, 9, ладно. Я одного, когда убил, второго не ожидал, что убью. А он сам умер. О, смотри-ка, Фредди хочет появиться где-то. А, он, наверное, появился у колдосвага этого. Кто-то едет. Это не едет, это пчела это. Это мелкая хрень это, летающая. Ох, он только что мимо нас залетел, я думаю, что это за херня. Вон она стоит, Понял? Я ее не вижу. Ну ведь указалось еще. Пока не смотри на нее. Черный джип поехал мимо нас. Ну ничего. За ней следи просто. А я не вижу. Она заехала за заправку. Сейчас. Вон она в заправке торчит. Чувак вылез. Бля, я не вижу его. Ты его снимай. Я вижу пчелу. Могу по ней пострелять. Чувак мертвый. Быстро ты его. Я даже не слышу. Ну пчелой полетать. Она просто одноместная. Да, так давай, если хочешь. Или могу я тут летать, а ты будешь по всем гасить. Ну ты летай. Беги летай. А нет, письку. Я не умею управлять. Ладно, пусть валяется. Ну, может, переманка за $5000. Да. Ее продать можно? Что он написал, сука? Это не... Это... Я его убил только что. Не-не-не. Ты какого-то Рокки убил. Рокки? Ага. Это прям ирония какая-то. Да. Ну там не совсем как Рокки. Там как там что-то Рикки Пала. Да, Рикки Мартин. Следующим будет Энрико Иглесиас. Он даже трусы свои продал, чтобы купить. Не, на 5000 это дофига. Что, может взять я? Зачем идти? Полетать. Можешь, как хочешь. Кто-то... Не, не возьму. Кто-то, тихо. Кто-то едет. Да, сзади тебя на машине. Сзади нас. Тебя. Ты видишь ее? Да, я вижу его, он бежит прям ко мне. Но смотрит в твою сторону. Убивай его. Толя, блин! Что ж ты? Ты его убил? Да, этого я убил.